Привет, ребята! С вами Роман, с вами МДФКЛ. У нас в руках новинка. Мы очень ждали эту маску. Сколько мы ее, наверное, год ждали, да, пока ее САП нам поставит. Дождались, да. Вот, как вам видно через ваш экран на картинке, у нас Savage A40 маска. Маска, которая постепенно будет у нас заходить на наш рынок, к нам в продажу, как продолжение истории ArigaTech, WarriorTech, ну и следующая генерация уже будет, соответственно, Savage. Это ни в коем случае не конкретная замена маски, это более прокачанная ее версия, так скажем. Можно сказать, раскачавшаяся, да? Щиток такой более мощный, мускулистый. Ну, вот. Напоминает что? Напоминает. Да, но это уже ближе так, к Sentinel'у по своим таким показателям. То есть вы, если посмотрите внутрь маски, да, то тут как раз-таки уже такой как бы отсек для дыхания, да, больше видно. Mm-hmm. Что как бы видно, упрощает немножко дыхание сварщику. Mm-hmm. Потому что бывают такие случаи, что на некоторое производство, когда приезжаем, там маски других производителей, и они говорят, что из-за того, когда плотно настраивают маску себе под лицо, то не остается много дыхания, места для дыхания. То есть дышат и паром, и частично попадают сварочные дымы под маску. Вот, а как раз таки вот эта вот выемка и длина маски позволяет плотно прилегать маске, когда сварщик варит. Вот, ну что, приступим, да, по характеристикам. Кроме того, что новый вид щитка, смотрите, такой довольно пластичный, да, материал нашего щитка. Угу. Даже я бы сказал, очень пластичный. Намного лучше, чем в эко-арках. Ну, по ощущениям, может быть, это субъективно, лучше, чем в Варьоре. То есть более пластичный. То есть, соответственно, маска уже не так будет бояться. Еще более будет защищена от падений с высоты, от различного механического воздействия, от ударов. Вот. По традиции у нас настройка степени затемнения с левой стороны сбоку. Напоминаю, что регулировать затемнение можно даже в процессе сварки. Сейчас у нас вот стоит на 13. Вот. По регулировке от 9 до 13 дин маска настраивается. Также мы можем наблюдать интересное решение по настройке оголовья, да, раньше у нас такого не было. И что самое интересное, да, оголовье выглядит, ну, так, подороже, да, и также довольно пластичный материал, то есть сварщику не должно быть дискомфортно. И по традиции, как-то называется, напульсник, да, наголовник. Накладка. Накладка, мягкая накладка, соответственно, которую можно поменять и постирать, да, чтобы не было никакого раздражения. Вот, внутри, так же, как и в Варьоре, у нас настройка чувствительности и настройка задержки степени высветления. Вот, также мы видим, что у нас добавилось помимо... Темно? Угу. У нас добавилось помимо лампочки заряда батареи, да, низкого заряда батареи указателя, также у нас добавилась лампочка режима зачистки. Вот, это новая фишка в этой маске. То есть, помимо того, что она немножко изменилась визуально, добавился режим гринд, режим зачистки. То, чего не хватало маскам SAP, вот, которые были WarriorTech 913, ArigaTech, которые были до Warrior. Вот, поэтому долгожданная маска. Вот. С такими функциями. По ощущениям. Компания SAP внедрила в светофильтре этой маски новую технологию. True Color называется. Естественная цветовая передача. То есть добавили лучшего цветового охвата этой маски. Вот. По ощущениям стало очень похоже на маску Sentinel. То есть вы понимаете, да, вот мы до этого много эфиров ввели и зачистки проводили в маске Sentinel, вот, и нам она очень нравится. Многим нашим клиентам она понравилась, ее используют и для зачистных работ, и для тонких аргоновых работ, от 5 до 9 степень затемнения
при малых токах можно настроить, и от 9 до 13 на больших. Вот, там, конечно, диапазон настроек намного шире. Вот. Ну и маска, естественно, более такая прокачанная. Вот. Но у нас в этой маске от 9 до 13, этого, в принципе, достаточно. И вот как раз-таки вот эта технология TrueColor отлично передает сварку. То есть уже потихоньку ESA подходит тоже от вот этого зеленцы, да, в сварке в сторону более голубого цвета, немножко фиолетового. Вот, я не знаю, сейчас, наверное, попробую Сергей снять через камеру, да, передаст оно ощущение или нет. Угу, давай. Попробуем. А мы настроим, может, как-нибудь оголовно, угу, чтобы поудобнее было. Да, ребят, сейчас Рома поварит немного, а мы посмотрим, каково это сварка через новый Savage. Да, я готов. Готов? Да. Видно? Видно, да, но немножко отсвечивает, конечно, не может сфокусироваться фотик. Черт, не хочет сфокусироваться. Может, немножко по расстоянию от этого картриджа попробует убаловаться. Угу. Я сейчас буду продолжать варить. Ты давай. Скажешь тогда. Ой, друзья, простите, что не хочет он фокусироваться никак. Никак. Ну, а так, по крайней мере, своими глазами взгляни. Да, нет, все супер, все видно, но фокусировка, конечно, не очень. Ты же помнишь, такой, как мы вариором варили, да? Конечно, да. Попробуй сейчас накинь. Угу. Надо на снять, глаза. Снять, да, получается. Сними. Угу. Угу, держи. Надо приставить, потому что... Давай. Попробуем. Угу. Одну? Да. Так. Приложил отлично. Давай пробовать. Да. Ой, лайки посыпались сразу. Не хочет фокусироваться до конца. Все, Ромка, гаси, да. На самом деле, знаешь, подержи. Скажу свое мнение, что очень хорошо было видно, что зеленца уже отсутствует. Да. Вот, да, и намного... Эта передача классная на самом деле. Ну, насколько смогли, настолько передали. Но, ребята, извините, не может он почему-то фокусироваться. Я вот даже сейчас... присоединил к самому светофильтру, он все равно не подхватывает, ну, именно камера. Но вы видели, что свет, цвет цветопередачи уже такой голубоватый, то есть вот... В общем, что тут можно сказать? Ребята, приезжайте к нам, дадим вам маску на демонстрацию, попробуйте сами, дадим вам Warrior, все именами любимый, посмотрите на разницу,
По цене, кстати, ребята, разница небольшая. Совсем буквально, там, наверное, 30-40 рублей будет разница между этими масками. Вот, поэтому, кого заинтересовала эта масочка, отличная, новинка, новое поступление. К нам пришла довольно большая партия. Быстро они не закончатся, поэтому налетайте, налетайте. Да, будем рады вас увидеть у нас на Попова 26, город Минск. Вот, предварительно, конечно, лучше набрать, чтобы кто-нибудь из специалистов был на месте, чтобы подключили вам аппарат, предоставили маску. Вот, поэтому ждем вас всех. С вами был Роман, МДФКЛ. Да, небольшая добавочка. Желтая приходит завтра, желтая будет. В общем, стоимость маски 276 рублей с НДС. Варьер на сегодняшний день 240 со скидкой для настоящих ценителей. Вау, красота. Вау, вау, вау. Все, пока всем. До новых встреч.